В активе чемпиона мира среди любителей Бетербиева 13 побед в 13 боях на профессиональном ринге. В своем предыдущем поединке в октябре прошлого года он победил британца Каллума Джонсона. В активе 27-летнего Каладжича 24 победы при одном поражении от американца Маркуса Брауна в 2016 году. С огромной радостью желаю поделиться с вами двумя хорошими новостями. Во-первых, вчера у меня закончилась судебная тяжба с промоутерской компанией «Джим», мы достигли соглашения об окончательном расторжении контракта. Теперь я смогу полностью сосредоточиться на своей профессиональной карьере, и ничто не будет отвлекать меня от тренировочного процесса, написал Бетербиев на своей странице в Инстаграм. Во-вторых, 4 мая в Стоктоне, Калифорния, США, я проведу вторую защиту чемпионского титула по версии IBF против американского бойца сербского происхождения Радивоя Каладжича. Организатором главного боя вечера выступает мой новый промоутер, компания Top Rank. Как и вы, я с нетерпением жду поединка против столь высококлассного соперника. Надеюсь, что вы поддержите меня в этом бою, а мне удастся снова доказать, кто сейчас является лучшим профессиональным боксером в полутяжелом весе. Здоровья вам и всех благ! Добавил Бетербиев.